Схватка двух дальневосточных команд прервала печальную серию «Адмирала». Уже в первом периоде ворота «Амура» были поражены трижды. На третьей минуте счет открыл Андрей Сигарев. Затем Бергфорс обманул Мурыгина. Ну а третьим стал Инверлисин, реализовав большинство. Правда, изменился счет только после видеопросмотра. Смена тренера встряхнула команду. Это отличная возможность проявить себя, показать, на что ты способен. И это, безусловно, новые эмоции для команды. Будем стараться держать этот настрой. После перерыва хоккеисты «Адмирала» сменили тактику, продолжив играть от обороны. Гости из Хабаровска перехватили инициативу, и на 25-й минуте счет сократил Томми Тайми. А в середине третьего периода Дмитрий Лугин до предела обострил ситуацию. Но счет до конца игры остался неизменным. 3-2 в пользу приморцев. Первый период отыграли здорово, а второй, третий, конечно, подсели. Но это ничего страшного, я думаю, что функциональное состояние, это выживное дело, нужно немножко подтянуть. А так еще благодарен ребятам за самоотдачу, за самоотверженность. Сами хоккеисты отметили, предельно эмоционально эту игру сделали болельщики. Трибуны не замолкали ни на секунду. Фан-сектор хабаровчан весь матч пытался перекричать приморцев. Болельщики обычные, нетренированные, они могут покричать, например, 2 минуты и устают. А мы можем 20 минут без остановки. То есть они устают, замолкают, становится нас слышно. Они отдыхают, начинают кричать. Ну, нас некоторое время не слышно. Эмоциональность болельщиков отметили и гости из Южной Кореи. Группа журналистов готовит ряд презентационных роликов о Приморском крае. Один из них они посвятят хоккею. Болельщики у вас просто сумасшедшие. Еще до начала игры я ощутил их энергетику. Никогда ничего подобного не встречал в Корее. Такая горячая поддержка. Это потрясающе. Хоккеисты «Адмирала» вместе со своим новым тренером рассчитывают на наступившую для команды белую полосу. Победа над «Амуром» подняла приморцев на 1 строчку в турнирной таблице. Правда, всего на сутки. Пока «Адмирал» вне зоны плей-офф. Все изменить можно сегодня. Противостояние Владивостока и Хабаровска на этот раз на берегах «Амура». Татьяна Меньшикова, Игорь Лещук. Панорама.